Как раз наш комитет, комитет по социальной политике законодательного собрания, был ответственен за то, чтобы посмотреть эффективность этой, как реализуется эта государственная услуга, какова эффективность, значит, как сделать ее более эффективной. Уже в этом году состоят достаточно амбициозные задачи, в частности, например, до 42% инвалидов трудоспособного возраста должны быть трудоустроены. Но это задача очень сложная. В целом, по данным пенсионного фонда, на территории области проживает 98,4 тысячи человек с инвалидностью. Из них людей, находящихся в трудоспособном возрасте, 25,5 тысяч, и из этого количества людей, работающих инвалидов, только 6213 человек. Мы взяли на себя достаточно большие обязательства по участию в программе содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста и попробовали создать на самом деле 20 рабочих мест в 11 муниципальных учреждениях города. И, в общем-то, сейчас очень успешно на самом деле у нас лица с инвалидностью работают в наших муниципальных учреждениях на созданных и оборудованных для них рабочих местах.